Друзья, всем привет! Сегодня у нас третье видео про жилой комплекс «Посейдон». Сегодня я покажу вам раз, два, три квартиры. Три квартиры по интересной цене. Напомню, кто не знает, у меня здесь порядка 39 уже на сегодняшний день перепродаж по ценам на где-то 20, 30, где-то даже 40 тысяч дешевле, чем у застройщика. В общем, друзья, звоните, обращайтесь. Пойдемте в первую квартиру сразу. Она у нас с видом, с прямым на море, полукругом. Это самые здесь крутые квартиры. Итак, друзья, мы поднялись на 9 этаж. У нас здесь две соседние квартиры, две просто бомбические квартиры с офигенным видом. 448 и 449. Пойдемте зайдем, и вы сразу поймете, о чем я говорю. Витя, покажи сразу вид. Подойдем к окну. Вид, конечно, просто сказка. Вид обалденный. Также здесь имеется балкон, что для такой квартиры просто вообще обязательно. Покажи весь балкон. Он, конечно, небольшой, но все-таки стульчик здесь и столик можно маленький организовать. Обалденный вид. Там у нас, друзья, Дагомыс. Такая вот квартира, она у нас получается 51 квадратный метр. От застройщика такие квартиры продаются по 234 тысячи за квадратный метр. У нас она за 185 тысяч за квадратный метр. Думаю, посчитать не составит труда. 185 тысяч умножайте на 51. Я, к сожалению, не успел умножить. Ну, в общем, разница с застройщиком у нас получается сколько? 15 плюс 34. 15 плюс 34, это у нас почти что, ну, 49, почти что 50 тысяч за квадратный метр разница. Это почти 2,5 миллиона, друзья. Это просто обалденное предложение, я считаю. Ну и давайте сразу на следующую зайдем. Что касается инфраструктуры в данном комплексе, можете посмотреть мое предыдущее видео, вот сейчас ссылка появится на экране. Там я хожу по комплексу, показываю, что есть на территории, что планируется на территории. Ну, в общем, сразу скажу, что вся то есть комплекс жилой с инфраструктурой внутри комплекса, то есть аптеки, спортзалы, кофейни, винные, ресторанчики, в общем, все здесь внутри будет, никуда выходить не надо. Ну, только если прогуляться до моря, дорога здесь составит буквально 5 минут пешочком. Я здесь тоже проживаю, кто не знает, кто не смотрел мои видео. Я просто беру полотенце, одеваю плавательные шорты, и 5 минут я уже на пляже. Кайф. Пойдемте в следующую. Она у нас более такой квадратненькой формы, что ли. Заходи, Витя, первый. Угу. Данная квартира у нас площадью 44 квадрата, она также по 185 тысяч за квадратный метр. Опять же, цена подарок. Покажи, Витя, какой вид открывается. Здесь витражное остекление. Классный вид. Смотрите, там на гидроциклах ребята зажигают. Пахнет морем даже. Здесь, смотрите, детская площадочка сразу. Некоторые будут переживать, что какой-то шум будет детский. Ну, сейчас стеклопакеты такие. Я живу, не знаю, закрываю стеклопакет, там рядом играет музыка в кафе, ничего не слышно, все нормально. Вот такая вот квартира, Витя, ты бы как ее распланировал? Ну-ка, прими участие в нашем видео. Ну, меня оператор сегодня, Виктор, мой компаньон по ремонту, заставила его, пока время есть. Ну, у нас обычно Ирина, дизайнер, занимается планировками квартир. Ну, вообще, эти квартиры мы уже делали в данном жилом комплексе. То есть, здесь в любом случае у нас санузел в этой части получается. Здесь можно небольшую кухню отделить и выделить две спальни. Одна небольшая спальня с панорамным окном, очень хорошая получается. Здесь, вот где Никита стоит, у нас гардеробную можно выгородить, прям такую большую, полноценную, у кого много вещей, всякий пляжный инвентарь. Многие с лыжами, сноубордами, потому что город у нас курортный, круглогодичный, приезжают кататься. И здесь еще одна спальня вот с таким вот окном. То есть планируется такой вариант возможен, либо большая кухня с гостиной. То есть
вариантов там, таких планировок там 5-6 мы уже делали в различных там вариациях. То есть. Ну, в общем, друзья, квартиры реально шикарные, никакая это, блин, ерунда, как пишут мне подписчики в каких-то там курятниках. Хороший основательный дом, построенный по ФЗ-214 со своей парковкой, со своей закрытой территорией. В общем, совсем-совсем. Статус, соответственно, квартира, полный пакет документов, дом сдан, все хорошо, люди живут. Я один из жителей, подтверждаю, что все хорошо. Единственное, иногда лифты ломаются, но это из-за строителей. И первое время сейчас, конечно, спать ложишься, вот этот вот... Не ложишься, а когда просыпаешься скорее, да? С утра, ну, с 7 утра часов начинается вот эта симфония. Да-да-да-да-да. Так, ну пойдемте, еще одна квартирка у нас припасена для вас. Она будет чуть подешевле. Итак, друзья, следующая квартира, третья. На сегодня она заключительная. Замучился бегать уже, все жарко. Она у нас получается, заходите. Она у нас получается 34 квадратных метра, там в районе, что там пол квадрата, больше пол квадрата, меньше. Вот, что касается цены. Здесь мы продадим вам ее за 160 тысяч за квадратный метр, а застройщика такая стоит 180 тысяч за квадратный метр, то есть 20 тысяч разница. Ну, вот такая вот квартирка правильной формы. Она идет, наверное, как студия, да, Вик? Как ее еще распланировать? Ее можно распланировать без проблем. Как вы, здесь пополам, что ли? Ну, у нас мерили, да, пополам ее можно, на совсем две небольшие спальни разделить, то есть вот так вот, в этой части. Вот тут в любом случае санузел. То есть такой вариант. Либо сделать отдельно одну спальню и кухню с гостиной сделать. Совместить. Но она по ширине и по длине нормально, правильная форма, прямоугольная и планируется вообще без проблем. Смотрите, с этого ракурса вот так. Ага. У нее форма правильная и удобная к планировке. Так что абсолютно нормальная тоже квартира с точки зрения там, ремонта. Ну, и да, и смотрите, плюс. Здесь я повторюсь в цене с видом на реку. Вот она, река у нас идет. И с видом на море. Вот эта квартира у нас с видом на реку. Как видите, не идет дом в дом. Как моя, например, квартира. Она уже нормальная. В принципе, вид. Ну что, друзья, на сегодня на этом все. Я сегодня подобью, сколько все-таки квартир, то ли 37, то ли 39 по перепродаже. Просто квартиры из разных источников. Соберу все в одну кучу и... добавлю под этим видео, будет в описании, в общем, экселевский файл, и у кого не откроет Excel, PDF-овский файл, в общем, откройте, там можете ознакомиться с ценами. Цены уже указаны окончательные, в общем, за которые вы, собственно говоря, и будете покупать. Здесь доплат никаких в доме нет. Вот. Давайте, друзья, звоните, не тяните, цены со временем будут расти, сегодня такая цена, через неделю уже другая. Соответственно, будет меняться не в сторону уменьшения, как всем хотелось бы, а все-таки в сторону увеличения. Все, друзья, ставьте лайк, кому понравилось, звоните, кто действительно настроен на покупку квартиры. Я сейчас живу прямо в этом доме, в жилом комплексе Посейдон, в соседнем подъезде, поэтому, если что, можно все это быстренькое дело организовать, показать, купить и все остальное. Все, друзья, всем пока, всем хорошего дня.